Қымбатты жұлдыздай ұжымы, сіздерге келе жатқан жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Мынандай іс-шара ұйымдастырып, біздің балаларымызға көп алғысымызды білдіргіміз келеді. Сіздердің жұмыстарыңыз өте күрделі, қиын. Соған қарамай, осындай ауырған балаларымызды еміне кішкентай себеп болып, ең бірінші Алла дейді ғой, содан кейін сіздердің себептеріңізбен біздің балаларымыз аяққа тұрып, қатарынан қалмаса, сіздерге мың алғыс. Сіздердің еңбектеріңіз жана берсін, әрқашанда биіктерден көріне беріңіздер. Осындай ауыр халдегі балаларды аяқтарына тұрғызып, сөйлетіп, сөйлемейтін балаларды. Әркімнің өз жарасы өзінде әрине бізге жанымызға батады. Сондықтан сіздердің көмегіңізбен мынандай бүгінгі балалардың көңіл күйлері көтеріліп, бір уақытқа ауруларын ұмытып, мәз-майрам боп бәрі жақсы күйде үйлеріне кетіп бара жатыр. Мына ескі жыл есіркесін, жаңа жыл жарылқасын дейді ғой, сондықтан жаңа жылда жаңа табыстарға жете беріңіздер. Отбастарыңызға амандық, дендеріңізге саулық. Әрқашанда Алланың нұры жаусын қадамдарыңызға, құшақтарыңыз гүлге толсын. Осы біздің рахметіміз сол сіздерге. Мың алғыс. Я мама Мытынова Айтуара. Мы ходим в центр «Жұлдызай» на протяжении 6 лет. Сегодня в такой чудесный праздник Новый год хотели бы поздравить сотрудников центра «Жұлдызай» с новым наступающим годом, пожелать им крепкого здоровья, успехов, счастья. Я как мама очень ценю и благодарю сотрудников за высокий профессионализм, за заботу, за любовь для наших детей. Вы очень много делаете для нас. Мы приходим сюда с радостью и уходим с теплом, потому что здесь о нас заботятся, любят. Мы доверяем наших детей сотрудникам центра. Желаем, чтобы все детки были здоровы, а год зайчика принес нам много-много успехов. Всем привет, меня зовут Александра. Я мама Матвея, реабилитационный центр «Жұлдызай». Это уже как второй наш дом. Ну, мы с 2 лет начали ходить в «Жұлдызай». Ну, раньше он не ходил. Как бы вообще никак, не переворачивался, не ползал. Сейчас он ползает, пытается ходить на коленях. Начал хорошо говорить. То есть раньше он вообще, в принципе, не разговаривал. Ну, идем-идем, потихоньку, медленно, но верно, как говорится. И главное не отпускать руки, верить и что-то делать для этого, чтобы что-то получалось. Родителям особенных детей хочу сказать, главное – это вера, главное – это стремление. Потому что если не будешь верить ты, твой ребенок, ну, не будет стремиться дальше. Нужно стараться, нужно делать. Да, понятно, что у нас порой бешеная апатия, что у нас нет ни времени, ни сил, порой не бывает даже средств на какую-то реабилитацию, да элементарно даже выйти погулять. Но нужно стремиться, потому что кроме вас, ваших детей, никто не поднимет. Нужно стараться, нужно стремиться, еще раз повторюсь. И главное, не отпускать руки, не отчаиваться. Еще хочется выразить огромную благодарность спонсорам, компании BI Group за возможность прохождения реабилитации, возможность побывать у менторов. Непосильный просто вклад вносит в здоровье и в реабилитацию наших детей на самом деле. Это очень ценно, да, на данный момент, когда очень сложно получить качественную именно реабилитацию именно с квалифицированными сотрудниками. Еще большую благодарность хочу выразить инструкторам ОФК. Это Бауржан и Тимур. Ну, такого подхода к Матвею никто не находит на самом деле. То есть обычно на ОФК он плачет, кричит, и здесь все проходит. Ну, конечно, да, тоже бывает плач, но они как-то переключаются, и очень здорово все это у них происходит на одной волне. Им огромная благодарность, спасибо. Мы очень, очень ценим сотрудников, их работу, желаем им здоровья, самое главное – на данный момент, чтобы все у них получалось, центру большого-большого процветания. А сегодня у меня такой необычный амплуа, я сегодня в роли Снегурочки, это первый опыт. Я надеюсь, всем все понравилось и желаю всем-всем сотрудникам счастья в новом году и больших-больших успехов во всем.